поймал окуня, а пока в остальном тишина. Повесил бойлы, кукурузу, червя, опарыша. Приполз ко мне ужик. Клевать пока толком не клюет. Может быть, жара чуть-чуть спадет, начнет что-то дергать. На донку пока тихо, на удочку. Вот я еще одного кушка поймал, маленького. А вот уж тут охотится. Охотится на лягушек. Ну, в общем, пока ничего особенного. На бойлы, на кукурузу вообще пока тишина. Странно, что на отдонку, на обычную, с червяком тоже ничего не клюет. Может быть, из-за жары. Сейчас где-то 5:30, но жарко. Кажется, сегодня 35 было, наверное. В общем, кто будет вот на этом месте, посередине не бросайте. Нужно бросать либо чуть-чуть влево, либо чуть-чуть вправо. Вот здесь посередине здоровая лежит коряга, скорее всего. Потому что я уже оторвал две свои кормушки. И, в общем, так вот. Итог печальный. Поймал я двух окуней. Больше ничего. Не клюет. Вон, мужик рядом говорит, что клюет на жмыховку. У меня, как всегда, нет никакой жмыховки. В общем, на червя, на опарыша не хочет она клевать. Короче, это какое-то проклятие, в общем. Не ловится у меня рыба в этом году. Ну ничего страшного. Сейчас буду селявку ловить. Потому что я больше никаких вариантов тут не вижу. Просто не клюет. Суперселедка на поплавок. Да, это все, на что я способен. В общем, очередная рыбалка не удалась мне. Наверное, надо в церковь идти. Что-то не ловится ничего, блин. И вот мужики подъезжали. Ну и вот здесь вот рядом мужик, парень стоит. 4 донки. Ничего ни у кого не клюет. Все жалуются. Клево. Ну, поймать за 4 часа 2 окуней и 1 уклейку, это, конечно, очень сильный ход. Говорит, на жмыховку хорошо, сазан идет. Но жмыховки у меня нет.